Василий Александрович, здравствуйте. Мы уже обсуждали нюансы этой налоговой кампании, и сейчас в нашу редакцию поступило еще достаточно большое количество вопросов от наших зрителей. К примеру, один из таких часто задаваемых вопросов: когда в Краснодарском крае будет применяться кадастровая стоимость на жилые дома? Согласно закону Краснодарского края, который был принят в апреле 2016 года, кадастровая стоимость на объекты налогообложения физических лиц на имущество будет применяться с 1 января 2017 года. То есть налоговый орган, налог данный, будет исчислять в 2018 за 2017 год, уже с учетом кадастровой стоимости. И к нам обратился наш постоянный зритель, он пенсионер. До этого времени у него были льготы на оплату налога на квартиры. В этом же году ему пришло уведомление. С чем это связано? Это все связано с изменением в законодательстве. То есть, если до 1 января 2015 года пенсионеры у нас освобождались полностью на все имущество, льготировалось у них, то теперь льгота предоставляется только на один из видов. То есть, например, как в нашем случае, человеку принадлежит несколько квартир, одна квартира у него будет подпадать под льготу, остальные будет человек оплачивать. Здесь, опять же, нужно иметь в виду, что в данном случае человек вправе написать уведомление определенной формы и указать, за какой именно объект он хочет получить налоговую льготу. Либо же, если он данное уведомление не напишет, данная льгота будет поставлена автоматически на наибольшую сумму исчисленного налога. Спасибо, Василий Александрович.